Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, забивной Торос, и сегодня мы сыграем, господи, боже мой, вот этот, пожалуйста, уберите с экрана, это вот поприятнее смотреть, на вот это вот, лучше я посмотрю на Месси, чем на мужские задницы, кошмар. В общем, так, я сбился, сегодня мы сыграем очередной тур нашей виртуальной Лиги Чемпионов, ну и что, долго тянуть кота за его причиндалы. Так, опять голые мужики, да что ж ты будешь делать? Теперь пьяные, беснующиеся мужики. Ладно, заходим в раздел Лига Чемпионов. Как звучит, а? Лига Чемпионов. Пафос, элита. Все это в одном слове. Чемпионы. Красота. Не какая там лига абсосков, где играла бы какая-нибудь Тевка Залупа из Нижней Пердяевки. Настоящий элитный турнир. Так, заходим в раздел. Загружаем. Четвертый тур. Играем мы сегодня с Манчестер Сити дома. На дворе 31 октября 2012 года. Если вы спросите меня, что я делал в тот прекрасный осенний вечер, ну, скорее всего, смотрел фильмы с Александрой Серовой. Я думаю, вы поняли, о ком я говорю. Так, давайте-ка освежим немного наши... память нашу освежим и посмотрим, там, что нам грозит в случае победы, поражения, ничьи или любого другого исхода. Хотя не знаю, какие могут быть еще исходы, кроме победы, поражения, ничьи на футбольном матче. Ну, разве что, не знаю, нахуй поле сгорит все, и футболисты тоже сгорят, или станут африканцами черными-причерными, не знаю. Так, таблица. Мы идем на первом месте, это, конечно же, радует, но в случае победы даже мы не обеспечим себе выход в плей-офф. Единственное, что мы сделаем в случае победы, это мы отрежем, как отрезает Равин крайнюю плоть у бедных младенцев еврейских, отрежем все шансы у Сити на выход в плей-офф. Вот, в принципе, все, что нам светит. А пока шансы есть у всех. Так, и другие группы. Так, ПСЖ и Барса в лидерах. Милан, Челси, Шальке. Ебет бедный Спортинг. Порто, Шахтер. Атлетико, Мадрид, Ювентус молодцы. Реал всех нагибает, даже не пропускает голов. Ливерпуль второй. Так, Байер, Зенит. Бенфика не отстает. Арсенал, Галатасарай, Боруссия, Дортмунд. Три ничьи у них и один забитый гол, один пропущенный. Забавно. Ну и мы в лидерах. Ну что ж. Так, ну давайте посмотрим голы. Кто там в фаворитах? Думбия. Я думаю, что и в распасовщиках тоже мы там в лидерах. Муса. Ладно, матч с Сити. Сити. Ну, так хочется стрифмовать, но не буду. Все-таки я футбольный клуб Сити, ну, в принципе, уважаю. Я уже много раз говорил о своем отношении к этой команде. В общем, я не считаю, что деньги прям так сильно портят футбол. Так, и Ревенко к матчу не готов. То есть, ну, в принципе, есть деньги у команды, но почему бы их не тратить на хороших футболистов? Разве это плохо? Сделать еще одну конкурентоспособную команду в очень сильном чемпионате. И так, в английском. Так, так, на Бабкин куда ты вылез-то? Кирюша, аксись! Прекращай бухать! Так, ну, в принципе, состав мы поставили боевой, и я думаю, что можно... начинать. Но мне советовали менять то, с чем Муссу флангами. В принципе, в прошлом матче это сработало. Именно Мусса забил победный гол, по-моему, в ворота Сити. Форма очень похожа, но у Сити она черная, поэтому мы делаем вот так вот, да. И что, жмем. А я снимаю это видео за полчаса до настоящего матча ЦСКА Манчестер Сити. Так что я не знаю, как завершится игра, но на самом деле. Посмотрим, узнаем. Ну, на выходных ЦСКА выиграла 6-0 у бедной Кубани. Честно говоря, не знаю, как такое вообще вышло, как это могло получиться. В принципе, Кубань крепкая команда, и, по-моему, даже у них не было ни одного поражения до этого матча с ЦСКА. А тут сразу 6-0. Видимо, Муса просто доволен до ебенения, как будто увидел, блядь, голую Анну Семенович. А вот Сити напряженно стоит, напряженно, как будто увидели голого Бориса Моисеева. Опять какой-то клоун на воротах не стоит, по-моему, этот Райт. Почему не Пантелеймон, не Харт? Какие-то лысые, больные, чем-то нехорошим. Судьи. Муса довольный просто. Чувак, я не заболею эболой в Нигерии. Я живу в Москве, тут холодно и нет никаких болезней. Классно. Ладно, начинаем. Так, у Сити 0 очков. Смешно, на самом деле. Команда по составу одна из мощнейших
FPS, и сразу же срезочка. Сила с мечом. Ой, опасно, Горыч вообще просто для него момент создан невероятный. Он делает гол и 1-0, да. Только я заговорил о том, что у Сити нет очков. Но ничего страшного, ничего страшного. В прошлом матче Сити тоже забили нам первый. Я не расстраиваюсь. Видим, что Горы подсказывается на моем мини... Мина-липучка такая была. Такая. Только это мина-говничка. Он на ней упал. Все на него упали сверху. Начинает его насиловать, пинать. Но ничего страшного. Думаю, Агуэра парень крепкий и переживет. Хоть он низкий, Агуэра, но он такой складный. Ну, в смысле, такой коренастенький. Не какой-то там, не знаю, Жан Ананидзе, который весит там 20 килограмм при росте там 1,50 м. Опа, секундочку, сейчас вот, ну Муса, пиздюк ленивый, должен был забегать. Туре накрывает уже Мусу на Щенникова, опа, красиво Муса навешивает, вдруг там Думбият сможет что-нибудь сделать, ну куда там, конечно, там два лба Леско-то компании. Опа, тут момент сейчас будет, удар, и мяч попадает в... Гаэль Клиши. Силва. Опа. Вася спас. Спас команду. И с мячом Зоран Тошич. Пас на Сейду Думбия. Хорошо, в касание. Все в касание. И еще разочек. Но в этот раз, к сожалению, Дзага. Не знаю, возможно, он подумал о чем-то о своем, там, о шлыках, о... каких-то плясках кавказских. Агуэра еще раз убегает один на один, но на этот раз должен Акинфеев накрывать спокойно все, и он это и делает. Акинфеев вводит мяч на Марио Фернандеса, тот бежит, трясет грудью мужской. Тошич, Дзага, ну Муса, ну забегай ты, ебаная ленивая. Ай, ладно, мы сейчас подправим это говнище. Да. И понадеемся, что у Мусы, не знаю, склоняется его фамилия или нет, честно говоря. Даже не помню, кто не обращал внимания на то, что говорит комментатор. Удар! Акинфеев на месте. Блин, у Гора уже три почти что выхода один на один. Сережа и Вася, вы там что, охуели в центре защиты? Вы что творите-то? Эльм. Эльм на Дзагу играет. Дзага, блядь. Тошич и его легко... обокрал Леска, отобрал мяч, деньги, женщину его отобрал. И все, что у него было, все сбережения, все, что нажито непосильным трудом. Все это... какой-то странный там гопачок был только что этого Васи Березуцкого. Станцевал он его на компании на бедном. Ну ничего страшного, в принципе, пока что матч похож на прошлый. Там, говорю еще раз, мы тоже пропустили первыми. Потом усилиями наших африканских братьев Сейду Думбия и Ахмед Муса мы все разрулили. Так, Муса, давай, браток. Это твой... блядь, Туре, ты заебал меня, если честно. Ты свои культи везде расставляешь. И опять Горыч сможет спокойно убегать. Но нет, сейчас ему явно не хватит скорости. Это опасно, Сила бьет. Ничего не получилось, так... Акинфеев вводит мяч. Вводит его, вводит дальше, дальше. С мячом Фернандес. Фернандо, блядь. В меня вселился Орлов. И вот сейчас, наконец-то, у Муса есть шанс для удара, или хотя бы для хорошего паса, но Туре просто его бедного кует. Думбия, молодец, зацепился. Да бей ты ее на месте, между прочим, голкипер в райт. Опасно. Начинаю напрягаться. Туре сегодня оборону держит знатно. А ведь там еще и Леска, Настасич и компании. То есть толпа такая, знаете ли, солидная. Опа! Вот сейчас Мусеньком... о чем тут речь? Муса, ты не бежишь. Ты даже не стараешься. Сила с мячом. Заброс на Хессанаус. Хессанаус хорошей скоростью, но он не пользуется. Скидывает мяч на Сабалету. Сабалета на Туре, я. Или нет, это был Кало Туре. И Навас легко уходит от... кого это? Кто это был? Щенников. Или, молодец, Вася все разрулил. И с мячом явно Эльм, шведская рожа. Рыжий, сука, викинг. Компании. Подкат под него неудачный и неточный. Фернандес чисто отнимает мяч. Бедненький Насри насрал, откровенно говоря, для своей команды. Мог и побороться. Дзага! Дзага, умница! Но нет.
За балета все разрушу. Как-то много защитников сегодня у Сити. Ну, когда посмотрим на их расстановочку. Леска, Компани играет опорника. За балета играет опорника. Но я думаю, что в конце матча Харт выйдет на нападение вместо Агуэра и будет башкой там головоебить. Еще один момент, и опять мяч у Игорька в руках оказывается. Что ж, ну, пока что все не то чтобы грустно, но особо-то моментов, но ну, был там удар на Судзаги, и в принципе-то все. Так что пока эти цыгане британские нас обыгрывают в чистую. Вася, такой хитрый отбор, называется деревяшка. Просто попер вперед и вынес мяч. Ну, сработало, что сказать-то. Силва с мячом. Финты какие-то идет, Насри. Ну куда там вынеси спокойно. Что это спокойно, сука, я тут уже от нервов нахуй вторые штаны меняю. Смотри, это бьет рикошет Акинфеев. Мог бы, в принципе, успеть, но. Ну да ладно. Ну да ладно. Угловой, главное сейчас не пропускать. Ничья нас, в принципе, очень даже устраивает. Это очень неплохой будет итог этого матча. Удар на месте, Игоречек. Хорош. И с мячом Зоран Тошич. Тошич с мячиком. Ой, хорош. Сейчас Дзага может сейчас что-нибудь сделает хорошее. Добротное. Так, как там себя чувствует? Муса открыт. Нет. В падении. Пытался делать Думбия передачу, но это довольно-таки странно, блядь. Как-то по-наркомански, что ли, я не знаю. Наркоман Сейдик. Будет новый веб-сериал. Ивуарийский. И нет. Вот чуточку помягче бы и чуточку левее шел бы мяч. Тогда Дзаг бы черпачком так красиво в касание. Мимо ворот я взорвал бы. Ёбаный в рот! Но нет, такого не будет. Что-то сегодня Муса как-то совсем меня не радует. Но сейчас он поборолся, молодец. Наконец-таки он теперь отобрал мяч у Калотуре. Что творит Муса? Что творит там пенальти? Суки, затолкали нас. Конечно, там их толпа, смотрите, как наших бедных маленьких четыре щупленьких негритосика. Их целая, блядь, пол британского острова там приехала вместе с королевой, нахуй, она там своим опахалом и шапкой Мономах или что там у нее есть. Трясет, сука, шесть ударов в створ, да вы охуели. А Акинфеев просто в шоке. Так, кем можно игру усилить? Ну, я даже не знаю, Надху сегодня что-то совсем не виден, если честно. Поэтому давай Ерема. А дальше по настроению. Кун Агуэро забил голешничек. Ну, бывает и такое. Ай, так. Та-та-та-та-та-та-та. Красноармейск. Надха вышел. Нет, наоборот, Надха вышел, блядь, в открытый космос из поля и пошел следовать, блядь, ближайшие бары, потому что грустно им. Грустно. Клиши. Опасно. Акинфеев должен быть на мяче. Молодец, умница. Игоряша в воде аккуратненько. В ноги прям как хорош. И с мячом Расмус. Расмус дальше на Дзагу. И как-то Дзагу легко. Чуть сегодня как-то, знаю, Сити как-то себя поувереннее чувствует, чем в прошлом матче. Меня это напрягает. Агуэра, сука, уйди! Ушел! Ух ты какой! Ох-хо-хо! Блядский березуцкий! Сука! На бревна тебя порублю, пидорас, блядь! Просто выноси ты мяч! Ну куда там ты? Что у нас, блядь, вместо ног два, блядь, полена, сука, и ты ими пытаешься что-то сделать? Пиздец, смотрите, вот, Игорь тащит мертвый мяч, тащит Игорек, смотрите, просто красавчик. И что же делать? А нет, ты Игнашевич, ну, тебе тоже нет, да, или нет, да, Игнашевич вносит мяч, в блядского Эльма попадает, пиздец, блядь, плеймейкер хуев, сука, кашалот ебучий, ай, красную нахуй, да и что, Сила, после забитого гола там нюхнул дорожку, что ли? Чего-то бодрого, отличный пас. Охуительный еще пас. Ну, пошла, гад, грубая игра. Что ж, мы горим 2-0, и это грустно на самом деле. Но это даже немного добавляет интереса.
То есть, если бы сегодня победил бы, то оставшись в два матча, нам хватило бы, наверное, одного очка, и, в принципе, мы выходили бы. А теперь будет интрижка, причем очень и очень серьезная интрижка. А может быть и не будет, может быть, я сейчас все-таки успею забить два гола там. Давай, да... Ёп твою мать, ну и пасик, если честно, выдал Ахмедик. Мои глаза этого не видели, сука. Райт. Райт с мячом. Он вводит мяч на фланг. Там Настри поборолся с Фернандесом. Молодец, Фернандес. Хорошо сейчас. Хитро сейчас сделал все Ерема. Нет, это Тошич. Тошич на Думе. Сегодня Думе вообще никакой-то не мертвый, вообще никакущий, если честно. Даже Муса хоть и часто ошибается, но хоть что-то делает, как-то что-то придумывает, обостряет. А вот Думбия сегодня просто бесполезный уголь на поле, вообще ничего не делает, так он отбывает номер, хорош сейчас, по-моему, там Эльма как раз-таки выносил мяч буквально с ноги у некоего игрока Сити. И можно сказать, что Эльм исправился за косячину за прошлое, все нормально. Тошич, Тошич, хорош, поборолся. Входим в штрафную, выходим из нее, пас. Блять. Такой момент, сука. Агуэро на сри. Агуэро. Агуэро сегодня, ну, нам хлопот доставил, сука. Будет нам после матча волокарин покупать. Так, Думбия смещен, но что-то Дзага не особо себя активно ведет в нападении. Это не предлагает себе он. Вот гараж он предлагал или покупал он в рекламе, не помню уже. Дзага бьет, мощнейший, блядь, удар, словно он хуем по мячу пнул. Блин, сегодня прям реально у Сити защита просто нереальная, то есть. В принципе, мы в двух прошлых матчах нормально атаковали, забивали немало, но 5 голов все-таки в трех матчах в Лиге Чемпионов, это неплохо. Учитывая сложность группы, а сегодня моментов даже как-то и нет. Я, блядь, прям ушки на макушке держу. Я нервничаю, нахуй. Какой-то Гвидетти на поле вышел. Это что, совсем пиздюк. С чего этому повязку капитанскую-то выдали? Я вообще в шоке. Молодец. Дзага, Дзага, тащи. Хорошо. Тошич. Тошич. Блядь. И Самира Насри начинает очередную атаку на фланге. Агуэро. Агуэро на Насри. Ну давайте, чуваки, хоть что-нибудь. Что-то Ерема вышел, тоже мертвый. Это вообще сегодня мертвый матч в стороне моей команды. Это меня пищалит конкретно вообще. Силва. Ну, срезочка там была, ага. Срезочка. Такая неприятная стрелочка, словно мне край залупы срезали, блядь, ржавыми ножницами. На помойке. Под бутератом. При просмотре передачи «Аншлаг». Юбилейный выпуск, блядь. Бенефис, нахуй, Елена Воробей. Короче, полная жопа. И Муса, твой моментище, Ахмедик. Ну, бля, ахамуха. А, кап, ну, пробил довольно-таки неплохо, в принципе, Ахмед Муса. Но Кипирилда опять был, блядь, на высоте. Удар хороший, плотный удар Расмуса Эльма. Там вратарь просто беснуется, думает, я всех нахуй уверчу. Ну, ничего страшного. Паренек, рано или поздно твое это ебучее везение закончится. Ты же лох. Прижали мы, конечно, под конец Сити, но хули толку. Лес, как, блядь, вообще непроходимый малый. Не было фола. Ну, судья, насчет, я не знаю, как девчонка себя ведешь. Ну, будь мужиком. Коло Туре вводит мяч вперед. Тошич, 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 куда ты побежал? Ингиборг хуев. Силва. Хеснавас. Забросы.
Опа, вот это нормально. Это я люблю. Это по нашей счастью, Элим. Ну, чуваки, еще, в принципе, есть время. Можно еще зацепиться за очко. Я видел порнофильм, там, короче, чувак, у него на хую, на уздечке была, был пирсинг, он тоже зацепился за очко. Ну, вы понимаете, о чем я? Не за свое, конечно же. Так и тут можно тоже, чуваки. Пенальти, блядь! Ой, судья, судья. Чья-то жопа сегодня из Москвы не уедет явно целый. На арене Химки, по-моему, сколько там? Около 20 тысяч, что ли, вместительность, то есть. Ну, вот столько вот хуёв сегодня в твоей жопе побывает, и почти что 3-0. Это, по-моему, был Насри, да. Позиция это был Самира Насри. Ну, в принципе, по игре, грубо говоря, счет справедливый. Ну, так нам местами не повезло. Ну, всякое бывает, что ж поделать. Не плакать же из-за этого. Так, дальше. Щенников. Щенников. Хорошо. Мы хотя бы гол престижу, блядь. Куда, блядь? Там же, сука, Думбия вообще мог спокойно носом забивать. Блядь. Не было фола. Какой фол, блядь? Еще и желтая. Я в шоке. Вася, блядь, сломает этого судью, что ты с ним сюсюкаешься, не знаю. Подумаешь, кому-то ушастому переебал разок. Ну, бывает с кем. С кем не бывает, а подумаешь. Опасно! Леска! А, все, матч закончен. 2-0 мы проиграли. Ну, давайте-ка узнаем, как сыграли наши соперники. И от этого будем отталкиваться в подготовке к следующему матчу с Ромой. Так, Бавария победила. И это значит, что если мы сейчас в следующем матче играем. Нет. Короче, нам надо Рому побеждать. Тогда все будет отлично. В общем, на этом я с вами прощаюсь. До следующей серии. Всем удачи, всем пока. С вами был я. Не болейте. Какой-то ветер, блядь, на балконе. Вообще, самое это вот галимое время года, когда осень такая говнищенская, когда везде грязь, слякоть и пиздец какой-то. В общем, давайте, не болейте и удачи.